пожарное депо, детская площадка и хоккейная коробка. В одном из местных поселений Аликовского района умело распоряжаются бюджетными средствами, создавая при этом комфортную среду. Жители сами решают, что надо сделать в первую очередь, и охотно софинансируют проекты благоустройства. Единогласно жители Таутовского сельского поселения одобрили реконструкцию пожарного депо. Важность этого объекта на селе трудно переоценить. В случае тревоги пожарные доезжают до места происшествия за 5-7 минут. В резервуаре всегда есть вода. Используя мотопомпу, можно набрать воду из любого источника. У нас бокс теплый. Даже зимой можем там и ремонтом заниматься, и машина всегда теплым месте стоит. Мы воду берем. Когда на пожарах берем с помпы, с речки, с пруда. В основном у нас машины постоянно на воде стоят. Депо ввели в эксплуатацию в 2017 году, а потом решили, что надо построить детскую площадку. Инициативное бюджетирование ускоряет благоустройство. С территории будущей площадки сельчанам пришлось выкопать и вывести 3 машины различного мусора. Сейчас здесь целый день играют дети, идут уроки физкультуры для школьников. На очереди реконструкция хоккейной коробки в местном парке культуры и отдыха. В этом случае воспользовались другой госпрограммой – поддержки местных инициатив. 70% это Российской Федерации, республика дает деньги, остальные, получается, решили сделать трудовым участием граждан. То есть мы демонтируем полностью вот эту старую хоккейную площадку, выравниваем площадку, вырубаем деревья, потому что она у нас расширяется, и делаем монтаж новой хоккейной коробки. Хоккейная коробка у нас стеклопластиковая, мы ее уже закупили, и получается сейчас, как уже полностью там освободится, подсохнет, мы в мае месяце будем монтировать эту хоккейную коробку. Проект обошелся в 1 400 000 рублей. Программа инициативного бюджетирования заинтересовала жителей многих сел и деревень. Когда видны результаты, желающих в ней поучаствовать всегда становится больше. Екатерина Шеверова, Регина Кубайкина, Александр Атяков, Республика.